21 апреля состоялась очередная 24-я сессия Совета муниципального образования «Северский район». На мероприятии присутствовали глава района Андрей Дорошевский и его заместители, прокурор Денис Жуков, начальники управлений и главы поселений. Первым рассмотрели вопрос о внесении изменений в районный устав. Также обсудили изменения в решении Совета о местном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Решение подготовлено в связи с необходимостью внесения в основные параметры местного бюджета текущего финансового года. В связи с поступлением безвозмездных поступлений с вычитающего бюджета на общую сумму 41 миллион 803,4 тысяч рублей. Также народные избранники прослушали доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ и утвердили перечень свободных земельных участков для многодетных семей. Предлагается утвердить решение 50 земельных участков в станице Калужской, чтобы для дальнейшего предоставления гражданам меньше 3 и более детей. Кроме того, депутаты рассмотрели ряд имущественных вопросов и изменения правил землепользования и застройки Григорьевского поселения.